Перед тем, как отправиться в отпуск, давайте разберемся, как же дышится в Приморье. Легко, если вдыхаешь свежий морской ветер на краю утеса. Тяжело, если вскарабкался на него с рюкзаком. Радостно, если купаешься во вспененной волне. Спорно, если оказался под водой. Приятно, если ты проезжаешь мимо приморского кондитера. Спорно, если по пути продают пинцет. Свежо и бодро, если это чашка кофе на летней террасе. Аппетитно, если это запах морепродуктов на гриле. И обидно, если их жарят не для тебя. Хватит терять время, приезжай в Приморье. Вдохни Приморье полной грудью.